Вот так до недавнего времени выглядела улица Николаевская в селе Супсех. После обильных осадков здесь можно было передвигаться только на внедорожнике. Теперь дорога ровная, и осадки больше не страшны. Администрации муниципального образования был выделен щебень. Силами Супсехской администрации данный щебень был завезен на улицу Николаевскую в количестве 210 метров кубических. После чего силами администрации Субцесского сельского округа было прогредировано полотно улицы Николаевской и отсыпан инертным материалом в виде щебня. Общая протяженность отсыпанного полотна на улице Николаевская около 750 метров. Теперь здесь жители могут передвигаться без опасения повредить автомобиль. Ну, сейчас, конечно, более-менее они занимаются, люди. Они потому что привезли щебень, вот, по щебень отлежался, потом здесь разметку сейчас сделали, вот, отсыпали щебнем. Масштабные работы развернулись и на улице Серебряная. До этого участка тяжелая техника пока не дошла. Невооруженным взглядом видно, что для легкового автотранспорта такая дорога просто непригодна. Но скоро все изменится. Уже отсыпано щебнем несколько сотен метров, которые утрамбовали специальным катком. После подготовки полотна здесь будет уложено асфальтовое покрытие. Длина новой заасфальтированной дороги составит более 800 метров. Мы очень рады, что здесь будет асфальт, будут дороги, и впоследствии пустят автобусы, и будет очень хорошо. Два дня мы уже очень радуемся, потому что начали планировать. Сегодня нам отсыпали эту всю дорогу. Ну, как бы надеемся на лучшее, надеемся на асфальт. Все работы на улице Серебряная планируется завершить уже к концу сентября. Также будут отсыпаны щебнем улицы Грибная, Алычевая, Солнечная и Чкалова. В этом году на дорожные работы в сельских округах из муниципального бюджета направлено 36 миллионов рублей. Планируется обновить 29 автомобильных участков. А на капитальный ремонт дорог в городской черте на условиях софинансирования из краевого бюджета выделено более 55 миллионов рублей.